Всем большой привет! Я закончила работу и заскочила в ДМ посмотреть, появились ли новинки от Essence Catrice, но до сих пор не появились, представляете? Стою на стенде, какая-то марка Яати, как будто бьюти, а Яати называется. Видимо, маски интересные очень, прозрачные, вы сразу же видите оттенок масочки. Смотрите, какой яркий синий оттенок. Такой вот розовый. Интересно, что это за марка. О, еще вот такая вот есть. Золотистая. И патчи под глаза. Такие интересные. Голографические. Вау. 90 и 95 центов стоит. Для лица 95 центов, под глазки 90 центов. Недорогие. Из новинок, смотрите, от марки Garnier появились продукты для лица с витамином С. Значит, здесь серум. Нет, цинамид даже есть. 25. Это у нас SPF 25. Серум, крем. Крем плюс серум в одном. И вот такой вот крем. Glow крем. То есть сияние, наверное, будет придавать. Прикольно. Ой, а какая еще интересная масочка с витамином С тоже. €85 стоит. По идее, маски для лица вот эти вот тканевые от Garnier хорошие. Мне больше всего, мне кажется, понравилась черная масочка у них. Из всех, что я пробовала. Но так они хорошо увлажняют. Вот это вот интересно. Витамином С. Может, попробовать, думаю. Всем привет-привет. Хочу поделиться с вами с моей радостью. Я наконец-то себе приобрела фрезу и теперь могу делать полноценный аппаратный маникюр. Остановила свой выбор на марке Neonel. Почему? Потому что, помните, я вам говорила, у нас здесь в Германии, если вы выписываете себе карточку Payback, она называется, и с этой карточкой оплачиваете свои какие-то покупки. Эта карта действует не во всех магазинах, но много магазинов сотрудничают с Payback. И вот у меня накопилось 50 евро там, и эти 50 евро я решила поменять на как подарочный купон в Douglas. И на 50 евро я с магазина, онлайн-магазина или в офлайн-магазине могла приобрести на эту сумму что-то себе. Я сидела, значит, смотрела, думаю, купить себе очередной парфюм, купить себе очередные тени. Думаю, их уже полно у меня. И чисто случайно натыкаюсь на фрезу от Neonel. Я сразу, не обдумывая, решаю приобрести именно аппарат вот этот вот. Я думаю, что это хорошее вложение. Плюс на тот день была 20% скидка. Изначальная стоимость, если не ошибаюсь, 97 евро. Если я ошибаюсь, я обязательно переправлю и напишу здесь. Я заплатила за эту фрезу всего 26 евро, девочки. Представляете? 26 евро только заплатила за этот аппарат. Вообще очень рада. Сейчас я вам покажу. Не буду на нем долго останавливаться, потому что я, по идее, ничего особенного не знаю. Просто покажу, что входит в эту коробочку. Ну, что приходит, да? Вот сам такой. Вскочил сам по себе. Вот аппарат. Он такой, как тач идет. Тут потом, когда вы включаете, я вам включу, все покажу. Тут светится, и вы можете регулировать forward, forward или как это называется, и реверс вроде. Ну, короче, в какую сторону будет крутиться ваша фреза, да, ваши вот эти вот биты. Также, конечно же, в наборе сама ручка фрезы. Сама ручка достаточно удобная. Она не совсем тяжелая, но и не легкая, сказала бы. Ну, нормальная. Просто я знаю, что более профессиональные фрезы, они от 190 или от 160 грамм идут. А это, если правильно я помню, 130 грамм весит эта ручка. Она не совсем тяжелая, очень удобная. И здесь были еще, так, забыла, подставка для ручки. Вот так вот вы берете и подставляете, вот, когда делаете маникюр. И были биты, они такие, конечно, можно сказать, практически игрушечные. Я, кстати, себе с Алиэкспресс уже заказала различные биты и вообще продукты для маникюра. Поэтому, когда приедет, все вам покажу. Так, я тут забыла вытащить вот такой вот кругляшок. Не знаю даже, как он называется. А по идее, он пришел вот с такой металлической палочкой. Потом вот такая вот фреза. Кукурузка вроде она называется. Но, ой, упала.
кукурузка. Ею можно очищать птереги под кутикулы, но тяжеловато, поэтому я птереги очищала вот с этой вот малюткой. Называется это алмазная фреза, но не помню, как название самого вот этого вот бит, потому что самое знаменитое из алмазной серии это бит, который называется пламя. Вот, я уже заказала и пламя. Так что вот этой вот я все очищала птереги, мне удобнее было, потому что у меня пальчики маленькие, точнее ноготочки маленькие, и вот эта вот маленькая фреза лучше подходила. А вот этой вот я уже шлифовала, потому что я делала и аппаратный маникюр, и потом, когда у меня здесь скопилась кутикула, я ее просто обрезала и шлифовала остатки вот с этим кругляшом, можно сказать. Вот все, что находится в наборе. Сейчас я вам включу и покажу. И также вы сможете услышать, насколько шумный это аппарат. Я хочу сказать, что он очень-очень мягенький. То есть практически бесшумный, можно сказать. Если на 10 тысяч оборотах делать себе маникюр, я максимально 10 тысяч ставила, и мне этого было достаточно. Я думаю, что для новичка, который дома занимается, это просто классный аппарат. Я, конечно, другие не пробовала, но мне он очень-очень понравился. Я вам обязательно в конце видео вставлю, не в конце видео, а в конце обзора, так скажем, да, а-ля обзора, какой у меня маникюр получился без наращивания. То есть просто чистка вот эта вот кутикулы и птереги. Мне понравилось, мне очень понравилось. Давайте включим уже аппарат и покажу. К розетке подключила аппарат, вот тут вот нажимаете и все включается. Здесь направление, в какую сторону будет у вас двигаться фреза. Допустим, у меня сейчас на forward стоит. Давайте включим. Это как 1000, да, считается? Да, это 1000. Вот на 10 тысячах аппараток вот таким вот образом жужжит, как будто, я не знаю, куча мух у вас летает. Абсолютно не слышно, даже моему мужу не мешает этот аппарат. Конечно, если погромче, давайте на самую большую скорость поставлю. Уже вот 30, или 35, а, 35. 35 тысяч, вот. Конечно, уже жужжит, но на таких скоростях, я не знаю, мне очень страшно пользоваться. Максимально, говорю же, я использовала 10 тысяч. Вот, он очень нешумный. Даже в основном я на 8 и 9 использовала эту фрезу. Потом вы полностью должны выключать. Если хотите поменять на другую сторону, вот тут вот меняете R, видите, тут входит буковка R, значит она поменялась, и включаете дальше и используете. Очень-очень понравилось, говорю же, просто обалденно, не настолько шумный аппарат. Безумно рада покупке, очень довольна осталась этой фрезой, тем более за 26 евро. Ну а теперь вставлю вам кусочек видео, где я вам показывала, какой у меня аппаратный маникюр получился. Ну, получается, там комби маникюр, потому что аппарат, а потом я еще кутикулу срезала. Доброе субботнее утро, я приехала в центр сегодня чисто для того, чтобы приобрести парфюм, который попробовала в четверг после работы, в Миллер заскочила, и он мне настолько понравился, плюс он был со скидкой, и я целую пятницу думала об этом парфюме, потому что вчера у нас было все закрыто, так как праздник, и сегодня прям с утречка приехала, чтобы приобрести его, потому что, во-первых, он был с очень хорошей скидкой, за него я заплатила 29 евро 95 центов. Вот этот аромат бюджетный от Jill Sander, здесь объем 80 миллилитров. Я вам потом, когда домой приеду, обязательно распакую и покажу. Потрясающие, девочки, ароматы, аромат такой чистоты, я даже не знаю, как вам объяснить. И на моей коже, я наносила на кожу специально, на моей коже орехами пахнет. Я не знаю, как только чувствую аромат ореха, сразу хочется брать такой аромат. Потрясающий, девочки, запах очень понравился. Очень рада, что приобрела этот парфюм. И сейчас я пока в центре, думаю заскочить в Такамакс. Может, есть что-то интересное. И, возможно, куплю себе наконец-то
масочку от Dr. Jart, которая моделирующая. Зашла в суши-ресторан, сижу, жду свой заказ. Сказала, ну, чтобы домой с собой взять. Вот. Очень здесь спокойно, красиво. Сейчас вам покажу. Музыка спокойная, вообще красота. Очень мне нравится здесь. Розочка, смотрите, живая. Пока сижу, жду, решила показать вам, что я купила в Такамакс. Там ничего интересного не было, чтобы снять. Купила себе, наконец-то, вот эти вот моделирующие маски от Dr. Jart Plus. 4 евро 99 центов. Взяла оба два варианта, которые были представлены. Такие прикольные. Надо будет разобраться, как еще ими пользоваться. Это написано Hydro Mask, а это у нас Purifying Mask. Вот. Такие покупочки. Кстати, я забыла вам показать, там, помните, от Reminiscence почули за 40 евро было, и сейчас уценили уже на 30 евро. Если уценят до 20 евро, я думаю, буду покупать, даже если 25 евро будет. Сегодня хотела приобрести, но думаю, ну ладно, один парфюм уже купила, не буду брать еще второй. Ну, 30 евро это уже хорошая цена. Я вам картиночку ставлю, про какой аромат я говорю. Также здесь спокойно, отдыхаю. Красиво. Музыка такая успокаивающая. Всем привет-привет! Это уже следующий день, и давайте распакуем с вами парфюм. Я уже целлофан сняла, чтобы здесь не шуршать. И посмотрим, что за флакончик. Как же я рада, что наконец-то купила этот аромат. Целый день, считайте, целую пятницу я о нем постоянно думала. Ну, не постоянно, конечно, но каждый час я там вспоминала про этот аромат, думая, почему же я его не купила в четверг, да? Но неважно. Купила я его в субботу, так что вчера, получается, приобрела. И вот такой вот обычный, казалось бы, флакончик. Прикольный. Здесь объем 80 мл хватит надолго. И если я просто буду без ума от этого аромата, тем более это бюджетный, да, парфюм, то обязательно куплю, наверное, еще. Почему? Потому что этот аромат на моем теле раскрывается какими-то орешками. Я сегодня утром посмотрела пирамиду этого аромата. Обязательно вам здесь картиночку ставлю, чтобы вы тоже могли увидеть. И там нет абсолютно никакой ноты с орехом. Но мне стало интересно, что такое гелиотроп. Оказывается, это растение, которое отдает как раз-таки аромат что-то между марципаном, ванилью, миндалью и также вишенкой. То есть не самой вишней, кто-то говорит пирог вишни, там кто-то говорит кисло-свежей вишенькой. Вот что-то между этим. И я поняла, почему этот аромат на мне раскрывается такими орехами нежными. Они не яркие, они настолько нежные, спокойные. И аромат чистоты. Я вам сказала, что этот парфюм пахнет чистотой. И оказывается, там, если не ошибаюсь, есть хлопок в составе в этом аромате. Давайте скорее нанесу. Вы знаете, несмотря на то, что это бюджетный аромат, достаточно тяжелая упаковка, и крышечка тоже тяжеленькая. Прям классно сделано, мне кажется, оригинально. Немножко напоминает на мужской одеколон, да, по оформлению. Но, тем не менее, мне нравится такой минимализм. Давайте брызгать. Так. Мне просто интересно, одно дело, когда нюхаешь в магазине, да, потому что там миллион ароматов вокруг тебя, и, возможно, чуть-чуть парфюм разнится. А другое дело, когда уже дома. Нет, я сразу чувствую эти орешки. А сейчас еще, знаете, свежесть. Реально аромат чистоты. Орешки почувствовала, и они куда-то у меня исчезли. Возможно, чуть попозже появится. Сразу хочу сказать, что мне сейчас аромат немножко по-другому раскрывается, нежели когда я его два раза пробовала в магазине. Почему-то я сейчас больше вот этой вот свежести чувствую. И вдалеке ореховость. Очень, очень приятный аромат. Я надеюсь, что он вот
в базе будет как раз-таки звучать больше чисто ореховым таким ароматом. Тем более там есть, если я не ошибаюсь, мускус и ваниль. Потрясающий запах. Вы знаете, мне даже в один момент напомнил этот аромат более старый. В одно мгновение. Как будто бы промелькнуло вот в те времена, когда бабушки еще носили такие духи, знаете. Немножко такая нотка есть, мне кажется. Как интересно, говорю же, совершенно по-другому сейчас ощущаю этот аромат. Хотя, когда только нанесла, почувствовала вот то же самое, что когда тестировала в магазине. Посмотрим. Ой, тут у меня что-то летит. Посмотрим в дальнейшем, как этот аромат себя будет вести. Обязательно в каких-нибудь влоговых видео буду рассказывать. Сейчас мне этот парфюм раскрывается, как будто бы это аромат свежевыстиранного белья девочки. Не знаю, почему у меня сейчас такие ассоциации. Не особо чувствую вот эту вот ореховость, которую я ощущала, когда была в магазине. Посмотрим, надо будет тестировать. Возможно, в магазине там уже не помню сколько там. Вот столько, наверное, оставалось этого парфюма. Может быть, он уже настоялся, и вот этот вот гелиотроп начал там выдавать больше вот этой вот ореховости, да, там миндаля, марципана, ванили и так далее. Надеюсь, что этот аромат у меня тоже по истечению времени хотя бы полгода постоит, да. Но тем не менее я буду использовать его. И через полгода, возможно, он будет больше проявлять вот эту вот ореховость. Сейчас реально аромат чистоты. Просто аромат чистоты. Ждала орехи. Но знаете, у меня были такие немножко сомнения. Подумала, что все-таки это новый флакон. И, возможно, аромат будет отличаться от того, который в магазине там стоит, тестер. Вот, так что так. Все равно я не жалею, потому что цена хорошая была. Так она стоила 39 с чем-то евро, а я приобрела за 29 евро. Вот, 29 евро 95 центов, мне кажется. Ну, короче, стоило 40, скажем, да, а я купила за 30. Вот. Да, девочки, я думаю, что на этом буду заканчивать влог. Кстати, вот я себе нарастила ногти. Решила сделать вот такие вот полуквадратики, что ли, как бы сказать. Очень мне нравится. Так как у меня сейчас отпуск на следующей неделе будет, я решила походить с длинными ногтями, а к концу отпуска я их, конечно же, отрежу, потому что слишком длинными ногтями мне не очень удобно работать на работе. Вот такой маникюр. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам влог понравился. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.